Привет всем, с вами Лига Music Wars. И как бы сразу давайте спойлер большой по этому видео. Это со стрима вырезанный момент. Меня попросили подписчики, то есть показать такую вещь. В общем, я вообще не ожидал. И, честно, для меня это было большим сюрпризом. Большое спасибо, ребята, имею в виду. Это талисманчик, который меня ввел вообще полностью в ошарашенное состояние. Я только более-менее отошел от этого всего. И следующим сверху, короче, меня добивает Epic Show. Все полностью закидывает меня вообще в топовый, получается, лист The Best of the Best на 7-е место. После чего меня поддерживает еще дополнительно Цунами, MC и Вася. Вместе, короче, они закидывают и поднимают меня с 9 до 7 места вообще. И я до сих пор там нахожусь, если вы зайдете, посмотрите. Но я как бы на этом месте еще и держусь, но не только за счет того, что я сейчас вот много получил. Я получаю до сих пор от вас музлайки в большом количестве. Но, к сожалению, я не все, ребята, вижу. Пожалуйста, не дарите мне музлайки, когда меня нет в онлайне. То есть убедитесь хотя бы, что я играюсь здесь, чтобы я мог заскринить ваш, получается, ник. Сейчас получилось примерно где-то 70 игроков, которые я успел заскринить, которые дарили мне музлайки. Вот их такое большое количество. Не знаю, говорю, имею в виду. Я, честно, ребят, я очень-очень тронут, потому что, ну, за долгое время я наконец-то зашел в топ-беста. Причем топ-беста зашел не за счет того, что как бы я донат, а за счет того, что мне подарили музлайки. Именно, получается, как, скажем так, признание меня как, ну, так скажем, игрока. Это очень приятно. Но отдельно все равно спасибо Талисману, спасибо Epic Show, ну, за все прям очень прям хорошее. То, что меня выбили в топ. Прям расстроен, если честно. Извините, что момент со стрима не могу полностью показать. Он эмоциональный, иногда с матами, иногда там со стуками, короче. И поэтому как бы втихую решил записать на заднем фоне. Вот он идет. Можете посмотреть это все. Ну, вывели меня прям очень. Вот, завтра планируется стрим. Стрим планируется с Талисманом. Приходите, ребята. Ну и анонс большого стрима в 8 часов. В субботу, ребята, в 8 часов тоже в конце видео. Спасибо всем, кто смотрел. Ребят, ну, еще раз большое спасибо, прям огромное спасибо, вообще прям большущее спасибо вам за музлайки. Будет отдельное видео, очень огромное видео по музлайкам. Всем счастливо, ребята, всем спасибо. Смотри, ребят, 7 тысяч, просто 7 тысяч вообще. Thank you.